Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я вас познакомлю с приманкой Evil Pike. Это реплика на приманку Orbit от D-Base. Воблер Evil Pike не просто похож визуально на Orbit, но и полностью скопирован изнутри. Также имеет отгрузку в головной части, что обеспечивает приманке довольно-таки интересную игру. Приманка в фазе твичинга клюет носом, что очень напоминает кормящуюся рыбку. Воблер имеет очень интересную шумовую камеру. Она довольно-таки тихая, но она все же присутствует. Также Evil Pike перенял отличную систему дальнего заброса. Она просто превосходна. Воблер не пьет воду, имеет качественную фурнитуру. Да, и совсем забыл, воблер превосходно сбалансирован. Погружаясь под воду, он это делает горизонтально, не уходя мордой вниз или хвостом. На видео хорошо видно, что приманки сбалансированы превосходно. Отсоединив всего лишь один тройник средний с заводным кольцом вместе, мы получаем плавающую приманку. Я думаю, что эта приманка очень понравится тем любителям рыбной ловли, которые любят экспериментировать со своими приманками. Я думаю, что если облегчить тройники, то приманка станет медленно всплывающей. Малейшее изменение отгрузки воблера тут же меняет его плавучесть, даже если только снять заводное колечко с носовой части воблера. Воблер-суспендер. Хвостовая часть воблера приподнята. Здесь мы сняли заводное колечко, и воблер приобретает практически горизонтальное положение. А сейчас я вам покажу приманку с заводным кольцом. Как вы видите, приманка чуть больше наклонена вперед. Хвостовая часть этой приманки сильнее приподнята. Ну а если снять средний тройник воблера, воблер становится полностью плавающим. Воблер превосходно твичится, исполняя интересные кульбиты. Также воблер имеет свою полноценную игру, что позволит новичкам в рыбалке просто монотонно крутить катушкой и ловить рыбу. Ну вот, вкратце я вам рассказал о нем. Теперь я вам покажу эти приманки поближе. Воблер Evil Pike от German. Цвет приманки C-125.
цвет C205. Качество заливки петель здесь идеально. Эти приманки воду не пьют. Цвет C213. Натуральный цвет, серебристое битое стекло с синей спинкой и рыжим таким пятном. В таком цвете я уже испытывал приманку. Крюгер, он неплохо отработал по щуке. Надеюсь, и эта приманка тоже отработает достойно. Цвет C007. Цвет C208. Цвет C008. Воблер Evil Pike от Герман.